Всем доброго, здоровья и приятного аппетита. Сейчас кушать с вами Юлия и Мишка. Всем привет. Сегодня будет милая игрушка про котиков под названием... Кэтизенс. Да, мы будем строить королевство... Котиков. Котиков, да. Вот мы сделали Мэтта. Здесь, на самом деле, довольно продвинутый редактор наших котиков. И сделали Рыжуню. Ну, кто знает, тот поймет. Если вдруг не смоли... Чё? Оранж, а не ред. Оранж. Давай. Оранже. Да. Вот. И готово. В общем, здесь есть компания, есть песочница, но мы будем компанию. Так, в общем, у нас сейчас управление. Так, хорошо, приближать, отдалять мы можем. На RF еще масштаб менять. Так, ну, в принципе, мне кажется... Пропустить можно это. Сейчас, только. Какие-то важные моменты, может, ну, в ASD и так понятно, собственно. Вот, наши котики. Вот они. Отправьтесь один воин, а один будет как бы строитель. То есть вот мы его выбираем, у него есть свои характеристики, есть еще, что у него тут, даже, ну, понятно, хипчики, фигипчики, это ладно. Так, отправили, сейчас нас, видать, научат, как ими действовать. О, кабан. Ого. Алло, кабан. Сейчас Ржуня, да, с ним справится. Так, выберите рыцаря и идите на кабана дикого. Давай, Ржуня, а, тут еще вот смотрим, можно, нафиг. Ага, приказы есть определенные. Так, ну мы сейчас посмотрим, как Рыжунь тут справится. Надеюсь, разберется. Конечно, разберется. Все. О, мясцо. Сбор добычи. Враг оставил после себя немного мяса. Нажмите правой кнопкой и выберите собрать. Вылезет себя. Неплохо. Так, прикольно. Это наши хаты. Склады. Отнесите предметы на склад, чтобы поместить их в городской инвентарь. Все склады связаны между собой. Так бережно отнесла. Да, мясцо. Фред. О, Фред, это у нас какой-то... новый житель. Так, поселенцы собирают основные ресурсы. Так, нажимаем поселенца, и он начинает рубить. Так, все, это мы сделали. Прикольно, отлично. Кстати. Да, я тоже согласен. Он тоже на Мэтта похож. Да, согласен. Если это что-то болтать. Продолжайте рубить деревья, пока не соберете 10 единиц. Поселенцы также могут собирать кошачью мяту или получить камень или золото из камней. Золото, да. То есть мы отправляем Мэтта и Рыжуню тоже, да? Как... А, нет, она не может, не она чисто да. боевая. А, она собирать пошла, смотри. Либо на охоту как бы ходит. Хорошо, она, хорошо, хорошо. Ну, слушай, музычка симпатичная, точнее, приятная. Все выглядит тоже так симпатично. Вот, по трейлерам понятно, что большие королевства будут, большие сражения. Не знаю, как там в песочнице, но вот в королевстве... Ой, в компании хотя бы есть путеводное, что нам тут делать да, надо. Да, 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 да. Так, ладно, Рыжунь тут разбирается. Можно ускорить, кстати. Можно не ждать так сильно. Сколько у нас уже дерева? А вот все, это интересно. 10, мы все, 10. Можем только по дорожке ходить, да? Нет, почему, где угодно, пожалуйста. Да, так, нам тоже. Нужно построить. Так. Ого, у нас тут все есть. Постройте коттедж. Коттедж. Небольшой коттедж. Хорошо. Какой? Ну, нормальный. Небольшой, да. Так, щелкните для размещения, вращайте с помощью клавиатуры. Так, а как вот мне его... Хотела сказать, учитывая, что коты в коробках любят спать, то этот коттедж, слишком это просто, крутой. Да, так, лакшери. Архитекторы автоматически попытаются построить здание, возводить различные сооружения. Хорошо, давайте ускорим, чтобы нам было понятно, что да как. Давай, Мэтт, работай. Чтобы вы видели, чтобы коты так работали, это, конечно, да. Только в эту игру, если наш Мэттян может только наоборот все. Так, новые жители хотят присоединиться к нашему городу. Анкета. Блин, нормально. Смотри, кого пригласить? Джейд. Кого надо? Джейд. Джейд, давайте пригласить. Ну, все. Я буду чисто... Управляйте мурчанами. Список мурчан. Ой. Панель мурчан содержит список всех жителей вашего города. Здесь можете быстро выбрать конкретного кота. Ребят, не забывайте, кстати, поставить лайкосик, подписаться, заходить в Телеграму, на Васт, да, посмотреть стримчики. Бусти. Короче, поддерживайте, мы будем вам благодарны. И покажем крутые новые игры. Так, ладно. У нас, в общем, задание. Понятно, да, что хотела нужно? Хотела сказать, так прикольно называется мурчане. Мурчане, да, да. Я сначала подумал, исходя перевода, типа котожители, но мурчане как-то типа горячане, ну, более да. Благозвучно. Ну и с умом, да. Так, завершение уровня. Так, нам нужно просто перейти рыцарем на следующий локацию. То есть, короче, у нас рыцарь является чуть ли не самым тут этим. Самым главным. Серьезно. Рыжуня, ты, короче, здесь топовая. Да, киса. Давай, давай, давай. Шуруй, шуруй. Так, задание выполнено. Все, отправьтесь в лес. Лес. Ну, то есть они, наверное, будут... Да, перейти к выбору уровня. То есть, понятно, Ого, тут целая карта есть. Фига себе, мы к вулкану пойдем. Наверное. Так, это у нас железно с нами всегда будут, да, закреплены. Mm-hmm. А можно еще кого-то взять с собой. Выбрать, или да? Оставить.
Ну, я не знаю. Ну, пускай. Давай мне, всех. Кстати, понравились, они симпатичные. Окей, окей. Можно ли их переименовывать? Непонятно. Так, у нас что-то тут новенькое. Постройте рынок, уничтожьте всех врагов, увеличьте уровень популярности города. И отправьтесь на опушку леса. Так, ну, Рыжоня пошла что-то сразу открывать. А, нет. Нет, она спать нажмите пошла, что ли? Нажмите кнопки «Достать продукты со склада», съесть что-то конкретное. А достать, а может, у тебя ничего нету, Миш? Ну, не знаю, сейчас будет разбираться. Сундук ты должен еще что-то сложить. Наверное. Ладно, мы начнем с чего? Нам ресурсы вроде какие-то есть. Так, это двухэтажная дорога, даже есть декор. А, и тренировочное чучело. Так, а как нам рынок построить? Рынок пока не открыт. Что нужно? Требуется архитектор второго уровня. Интересно, как прокачивается он. Ну, давай сначала не знаю. А, коттедж у нас тоже есть. Все, я понял. Хорошо. Ладно, тогда пойдем искать, что ли, противников. Какую-то разведку давай, здесь устроить. Давай. Вон, кабан сверху. Давай, на кабана нападем. Сейчас. Смотри, а вот у них стрелочки. Это можно их прокачать? А, да, повысить можно. И вот он, архитектор. Это что у нас? Интеллект, выносливость... Сила. Ну, не знаю, может, интеллект он сможет заготовкой вести. Все, потратили. А, и Рыжуню можно прокачать. Да, надо ее, наверное, в силу, может быть. Силу давай. Все, и тут видно, чем это потом для нее кончится, прокачка. Да смотри, сейчас она ну его да, кабана развалит вообще. Сейчас. Все. Так, обучение новых профессионалов. Ваш город нуждается в профессионалах. Вы можете нанять специалистов на на рынке. Кроме того, ваши профессионалы могут обучать поселенцев, взяв их в подмастерье. Чтобы сделать кошку подмастерьем, выберите профессионал, нажмите на кнопку подмастерье. Вот, выбирайте с умом, подумайте, подойдут ли. Ого. Так, профессионал автоматически попросит выбранного вам поселенца стать подмастерьем. Осторожно, если две кошки ненавидят друг друга, поселенец Жесть. Может не принять предложение стать подмастерьем. Как только поселенец станет подмастерьем, он будет получать опыт повсюду, следуя своим наставникам. Более умные кошки быстрее набирают. Когда ученик наберет достаточно опыта, вы можете сделать его настоящим профессионалом. Пипец. Ну тут, конечно, мощно закрутили. Интересно, так. Интересно. Так, то есть ну это вот здесь как бы выбрать отнесем. Подмастерье, да? То есть он потом станет тоже как бы воином. Кто у нас? Вот эти друг друга не любят. Вот эти а как ты понял? Вот сейчас они как в Sims подошли. А-а-а. Так, вот смотри. Короче... Я видела значочки такие маленькие. Вот. Короче, Мэтту подмастерье должен быть Фред. Я могу сказать, все любят друг друга, кроме вот Джейд. Джейд как раз вроде хорошо... Видишь, да, она со всеми не ладит. Даже с Рыжуней, да? Я не знаю, ну тогда... Если что, мы ее потом... Потом кому-нибудь... Сгоним просто. Так, ладно, мы вроде прокачались, но рынок мы еще архитекторы... Может, нам вот. Нужно построить двухэтажный коттедж? Достать продукты со склада, окей. Так, Может, он будет за счет этого прокачиваться, Миш, как думаешь? А фиг его знает. Хочешь второго уровня построить, попробовать? Ну, да, давай. Ну, давайте, нам же нужно как-то прокачивать наших ребят. Где тут вход? Вот. Ну, пусть... Ну, попробуем, посмотрим. Давай посмотрим, мы изучаем. Да. Все, постройка готова. Если что-то неправильно, ну, и ладно. Да. Давай, может, он будет изучаться, они что-то там все тусят в этом доме. Вот, они дружатся. А, вот с Рыжуней. Все, так, пошла все. Постройка. Нам, кстати, знаешь чего? Нужно заставить все-таки кого-то добывать ресы. Идите. Так, когда рядом с именем кошки появляется зеленая стрелка, нажми на нее, чтобы повысить уровень. Ну, это мы поняли. Уже, да, начали. Так, нажмите на дерево профессии. Так, ну это мы тоже поняли. Слушай, Миш. Дерево каждой профессии уникально. Ни одна кошка не сможет дополнить его целиком. Поэтому не торопитесь с выбором. Что? Видишь, он все-таки реально прокачивается да, за счет хорошо, того, что это хорошо. Делает. Надо его повысить уровень. Че ему прокачать? Он умнее стал. Еще умнее сделать. Давай. Сильнее. Ну зачем ему сила? Зачем ему выносливость? Пусть будет умный. Мэтт будет умный. Так, а по мы нему так и не скажешь, подмастерье-то как бы у нас... А что он реально? А он, может быть, не стал нашим подмастерьем? Да почему? Мы же вроде... Вон он, подмастерье есть. Все, мы построили, да? Но он сразу же спать туда ушел. Мне вот все Устали, до сих пор... Может быть. Как его... Вот это как-то... Надо конкретно было кота выбрать, чтобы действие это сделать, я так понял. Ясно. Какая-то да, тут палатка пошел. Рядом с нашим коттеджным поселком. Так, у нас письмо, видать, новые.
Сессия. Ой, давай. А можно приглашать? Ее конечно, можно все. Если все что, можно. Я говорю, что мы потом выгоним. Увеличьте, вот как раз, увеличьте популярность с помощью застройки. Вот как раз здание строим, а-га. Прокачиваемся. Ну все. И супер. Надо реально набивать ресурсы. То есть всем этим товарищам нужно добывать. Да, пускай они просто так не прохлаждаются. А мы, может быть, ржу не пойдем. Вон, на кабаны напали. О, кабан, давай, она защищает кашу. Рыжуня, рыжуня. Чуть Мэтту не досталось, кстати. Интересно, а мы можем, например, сестю огня спать? Ну, это окей. Миш, а тут вот рядом я видела камень или вот что-то такое. Вот это можно добывать, камень? Я думаю, тоже можно. Ого! Вот оно прям вообще симпатичное. Да, леопард. Да. Да, можно кого-нибудь направить. Например, как раз ее потом на... Как его... Добывать. Да, пусть скинет, все остальные там подберут. Да. Теперь она будет шахтерить. Все, видишь, блин, подобрали классно, и отнесли. Классно, вот они, кстати, видно, что не дружат, нужно внимательно быть. Еще есть, кстати, кошачьи мята, да? Да. Можно как раз, пока Мэтт ничего не делает. Вот он у нас. А, он ну, собирает. Сейчас он отнесет. Вот ему. А, кто может, кстати, кошачьи мята? Да. А, вот, например, Фред. Иди, Фред. Давай, собирай. Забери кошачью мяту. Так, а мы рыжу не хотели отправиться да, на куда-нибудь. Битву. Я тут не знаю, карта куда идет, но. Пойдем посмотрим. Раз у нас всех врагов нужно. Так, Ружунь, ты что там? Давай побыстрее. Надеюсь, только не будут нападать на наш. О, вон враг. Кабан, ой, давай. Миша, аккуратно, их здесь двое. Ну, сейчас по очереди. Все, так, второй и вот кабан. Этого давай. Ну, а давай сейчас потом. Она, типа, а, мясо пошло. Да, тут видишь. Так, очень мяту важное. Мы собрали. Положительные, отрицательные эффекты. Текущее настроение – это сумма положительных, отрицательных. Блин, тут заградило немножко. Настроение кошки может от нуля. В общем, хорошее или плохое. Нужно, короче, следить, чего они там нравятся, не нравятся. Вот есть список. Эффект в описании, который, значит, нажмите, чтобы исправить. Можно нажать, чтобы кошка попыталась избавиться от этого эффекта самостоятельно. Некоторые негативные эффекты нельзя снять нажатием кнопки. Например, у кошки блохи, а в городе нет бани, где можно было бы от них избавиться. Всплывающие подсказки эффектов содержат информацию о том, как устранить и избежать. Жесть, интересно. Класс, тут механик-то немало. Так, то есть, что кому не нравится? Давай это отправим. Дальше она выбывать. Отнесла, да? Да. Ну, тут еще какие-то куски валяются, да, но, ну, вон, пусть пойдет. Дождик начался. Так, они собирают, вот, да. Занимаются. Вон так. Еще кабан. А можно, видишь, направить в определенную точку, чтобы она гасила всех врагов по пути. Сейчас отправим. Думаешь, о, вот ой, двоих сделает она или нет? Сейчас проверим. Не, левай, левай. Ржуня, ржуня, беги. Нет, блин. Все, ливануло, левай. Все, иди спать, короче. Приключений на сегодня хватит. Сегодня, да. Так, у нас, походу, рынок открылся наконец-то. Ура! После того, как мы прокачались. Я не знаю, где его лучше поставить. Вот здесь будет давай, здесь. Да, симпатичненько. Все, отлично. У нас еще дороги появились. Я не знаю, дают ли они какие-то тут бонусы. Быстрее может передвигаться. Не дают можно. Построить так. А, вот так можно чпокнуть. Да, вон видно, куда дороги можно бабахнуть. Ну, чтобы ресы, допустим, может, быстрее как-то они... Ну, наверное, носили. Да, не знаю тут. А у нас, кстати, склад где вообще, собственно? Ой, не так поставил. Ну, пусть будет так. Все. Так, да, склады, кстати, я что-то не заметил, если честно. Вон баня, кстати, баня. Следующая. Но нам нужно, вон, видите, ресурс. 15 камней нам надо. Вон, да, кстати, то есть нам их нужно можно пора... добывать. Мэтт, ты что там чешешься? У него какие-то проблемы, может быть? А, блохи, наверное. Не слишком хорошо. Так, во-первых, влажный мех. Во-вторых, страшно. Так а что же ты? Иди так иди домой. Чё ты иди? Иди отсюда. Он не хочет идти, видишь? Захочет. Иди, вон, к костру или что, я даже не знаю. Ну, сейчас может это, да... просушится. Ишь ты какой, блин. И этот костер сразу же погас. Так, ну может после дождя получше будет. Он сейчас новые жители встанет. У нас готовы присоединиться к городу. Будем брать? Так, ну давай. Джой и Спарки. Блин, Джой что-то... Вот у него какой-то не очень хороший здесь злодей. Но это очень плохо, хотя симпатичный. Жадина. А можно отменить? Можно отменить ну, всех. Да. Нам не нравится. Кто-то ж про шерсть выблеванную. Да, у нее, к сожалению, комок шерсти. Из-за вылизывания. 2 часа негатив. Ну, короче, тут иначе никак. Дождик, к сожалению, вот портит настроение. Да. И он теперь видишь, тут недовольный, короче. Мытян, прости.
Так, ну они тут кушают. Нам реально... Рисы надо добывать. Я понимаю, сундук, да, это вместо... О, тут уж совсем прям уж дела плохи. Ой-ой-ой. Ну, надеюсь, некоторые исчезнут. Шерсть намок, но это высохнет. Сон на земле. Ну, не а на... может, нам надо дом еще построить, Миш? Но мы рынок начали строить. Mm-hmm. Сейчас займемся рынком. Давай нам камни. И кто у нас еще там может... Сесси и Фред теперь друзья. Ну вот, смотри, это хорошо. Режим скрытности есть. Так, наконец-то постройки начались. Ой, ну все, рынок уже строится вовсю. Вон и там Рыбов. Из задань... Рыбов появился. Миша, ты можешь прокачать Мэтта. Что с ним будем делать? Он может теперь еще количество из деревьев древесин на 10%. На весь город эффект идет. Фига себе. Ну, давай возьмем вот это. Все, сейчас у нас будет рынок. Это будет хорошо. Mm-hmm. Так, ребята, вы там что-нибудь добываете? Кто-то спит, кто-то еще что-то. Кто-то камень добывает. А вот рыжуню нельзя заставить? Рыжуню, кстати, надо. Она еще всех врагов не уничтожила. Она еще кабанов не развалила. Но она вон за деревом пошла. Но мы ее сейчас заставим сражаться. Так, мы восстановили, надо аккурат... знаешь что, аккуратно. Задание выполнено. Рынок готов. Где там? Блин, ну они два. Как-то вот бы их... Ее надо прокачивать. Все нормально, сейчас заколбасим. Фига, как так вышло-то? Здоровые. Все, кабаны развалили. Здоровые, рыжуни. Но это еще и то не все, представляешь? Боевая кошка. Вообще опасная. И у нее нет протеже, кстати. Но я не знаю, с кем она дружит. Вот у нее, кстати, по настроению все отлично. Все шикарно. И вообще, кстати, начинает восстанавливаться наше настроение. Блин, как клево рынок выглядит на самом деле. Да, да, да. И да, я так понимаю, потом можно будет как раз продавать, торговать чем-то. И уже... Про что они думают? Ой, я обновил зачем-то. Походу, прокачал. Ну ладно. Так, нам... Они что-то тут сами уже мята, добывают. Мяту они добывают эту. Кошачью. Ага, ну сейчас я направлю, чтобы они не деревья, а у нас с камнями есть, честно, небольшой дефицит. Пусть поколоть. О, золото даже добыли. О, круто. Отлично. Вон мясо еще. Вон оно, прям большие булочки. Миша, качай Мэтта. Мэтта. Че ему качать? Mm-hmm. Ну пусть здоровее будет, вдруг кто нападет. Да, так, у нас новое здание или что у нас? У нас склад появился наконец-то. Ура! Можно склад забабахать. Вот. Только так. Вход у тебя, да. Вот прям сюда есть. Бахнем и все. Так, отлично, пусть строится. Я вон так они вот несут. Реально с протеже не поняла. Я не знаю, с кем она, ну, как бы рыжуня дружит. Нет, протеже это все нормально, смотри. Как бы у Мэтта протеже вот. Обучает ученика. Вон, видишь, он пошел в палатку. Я не знаю, каким образом они тут слушай, обучаются. Слушай, а это кто у нас рыжий? Это торговец на рынке. Торговец. А, стой, погоди, а что за рыжий? Торговец Дюк. Да. А, вот ты прокачал, и да, у нас появился торговец. А теперь мы можем купить, продать предметы. Mm-hmm. И вон вы можете продать что-то, например. И древесин, там... например. Хлеб даже можно. Ну, то есть, есть чем тут заняться. Так, ребят там увлекаются мятой. Так, Джейд что-то сегодня довольная. Так, куда у нас, может быть, рыжуню отправить, пока она... Да, рыжуню вроде... Но она каленая немножечко. Ну, давай посмотрим. Ей надо, видать, поспать, отдохнуть. Но, может, один кабанчик повезет и попадется. Блин, тут вообще туман. Так, тут не видно ничего. Нет, тут карта, походу, заканчивается. А, наверное, надо в другую сторону, Миш, идти, значит. Совершенно, противоположную. Да. Ну, давай. Тут, мне кажется, тоже как будто это... А кого ж тогда мы не уничтожили? Не вон знаю. Вон там, вон проход. Ну, сейчас посмотрим. Не-не-не, вот здесь... Вполне может быть где-то здесь. Да-да-да-да, здесь... Ну, все, здесь... вон он, кабан. Давай. Два. Давай сначала с одним. Блин, ну, вроде справимся, да. Ну, да она устала и уже как бы тяжелее. Жесть, рыжуня, ну ты моя героиня просто. Молодец, она теперь прокачана, ее надо бы жизнями, мне кажется, накачать. И сейчас мы все это соберем, и все более-менее довольны. Так. Вон, камни несут. И то реально, это еще не все эти, как это сказать. Отправьтесь на опушку, уничтожить всех врагов. Ну вот надо подождать, пока рыжуни выспится. Мне кажется, короче... знаешь что, нам надо маленький домик еще построить. Хорошо, не вопрос. У нас или уже двухэтажный. Это... Мы и двухэтажный можем. Баня. Можно... О, баню можно построить. Или они будут чистенькие, да? Да. Но баню мы, наверное, вот около вот... рынка. Да, давай вот и так. И проведем дорогу, скорее всего. Ну... Вот так. Вот так? Да. Так, и давай сразу же тогда дорогу. Каменная дорожка, он есть даже. Даже круче есть теперь. О, каменная дорожка. Только я не вижу, где тут стрелочка и чё.
Ну, в принципе, не суть как важно. Сейчас. Пусть просто прикольно. Там для красоты. Не знаю, какой функционал у этого всего, но... Ну, пусть дом пусть. Мы все-таки хотели еще. Все. Да, маленький дом. Давай маленький тогда. Ну, я не знаю, где его зарядим. Ну, вот здесь, да. Вход будет тут, вот так рядом прям. Бабахнем. Все. Строите, товарищи. Сейчас Рыжуня вылезла пожрать. Так, еда на исходе. Нам надо срочно добывать. Кабаны нужны. Так, либо... А у нас валялось же где-то мясо-то, пока мы тут ходили, всех гасили. Так, где там что-то еще было? Нет. Так, вот вон мясо. Оно, мясо. Так, группа. Управлять несколькими кошаками, кошками разом. Нажмите левую кнопку. Ну, можно выделить. Ясно. Выбранные кошки отображаются в правом нижнем углу. 5 выбранных мурча, но можно неограниченное количество выделить. Вы можете сохранить текущую группу, нажав один из флагов. Угу. Так, надо давай, заставить. Может, мясо, да, пускай. Иди. Собирает. А, он Рыжунь решил сама Рыжунь, уже. Рыжунь, молодец. Но... Она такая, хочешь сделать хорошо, сделай это сам. Они пришли, пожрали. Ладно, Рыжунь, у тебя еще работа впереди. У нас популярность увеличилась, нам только еще врагов расколбасить. И, по сути дела, на пушку свалить. Где? Все, мэт повысил. Мы по кругу прям ходим. Да где по кругу? Карта он увеличивается. Ага. Она просто не маленькая карта. Трэш. Так, давай. Вон кабаны, давай. Так, с двух сторон, конечно, ты не очень стал. Нормально все будет. Надеюсь. Разберемся. Так, высылаем за мясом. Так, мы все сделали, кстати. Ты куда? Задание. А, она по кругу пошла. Все. Ну, вы поняли. Так, перейти к выбору уровня. Конечно. И на этом мы пока закончим, ребята. Я не знаю, будет ли продолжение. Пишите, говорите и договоритесь. Дайте нам знать. Всем хорошего настроения, всем пока. Всем пока.